С наступлением холодов тепло потребовалось не только людям, но и грызунам. В Химках возросло число обращений с жалобами на крыс и мышей. Больше всего от незваных гостей страдают жители домов с мусорокамерами. Животных привлекает запах еды. В муниципальном предприятии ДЭС ЖКУ полным ходом идет обработка подвалов. Профилактику от грызунов проводят каждый месяц по рекомендациям Роспотребнадзора. Всего поступило в колл-центр управляющей компании около 1000 заявок с начала года. Соответственно, по ним каждый мы отработали. Специализированная организация, они выехали на место и сделали протравку. Как правило, это помогает, но, соответственно, оно должно носить постоянный характер, чем мы и занимаемся. Чтобы избежать появления грызунов, специалисты рекомендуют не оставлять пакеты с мусором в подъезде и регулярно проводить уборку. При обнаружении крыс и мышей сразу писать или звонить в управляющую компанию. Они сделают дератизацию в течение 3 дней.